Извиняюсь, 6 комментариев от модераторов. Давайте прочитаем комментарии. Мне кажется, их тоже в бан можно. А, переписка модераторов. Привет, Саня. Думаю, не разбан. Я бы разбанил. Думаешь, да? Пойдем потом в Valorant после потока жопера. Да не, я больше не играю. А чё так? У тебя света нет? Света, походу, реально нет, не ответил. Саска, свет-то есть? Алло. Я не понимаю, так они ре... Может, у него просто эта ракета... Они решили... Или не решили, разбан или не разбан? Ракета на Трова, да, вот это, то, что там запускаешь да, ракету, да, да, в топ выходишь? Буст, буст. Да-да-да, буст. Угу. Так что вы думаете, чат, разбан или нет? А надо что-то, скатка сегодня? Да нет, ну, ты не скажи, ты везде вот эти вот гадости писал? Теперь везде комментарии от модераторов есть? Нет, еще. Да нет, у Саски свет офнули, и поэтому мы закончили. А что у него это? Да у него с электричеством проблемы, там что-то чинят у него на линии. Да? А что? Ну, да, да, да. Ну, я понял. А что, мне интересно, была ли у Саски такая тема, что сидит он монтирует нарезку уже часа три, и тут бац, просто да, свет выключает? А было, блядь. Это пиздец был. Он тогда, ну, забомбил немножко так. Ну, чуть-чуть. В телеграмме. Бомбанул, я бы сказал. Ну, да, да, да. Да. Ну, ладно. Это